Спортивная аэробика – довольно сложный вид спорта, который официально зарегистрирован во Всероссийском реестре. Это один из пяти видов гимнастики. Здесь есть элементы художественной и спортивной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте и танцев. Задача спортсменов – показать комплекс упражнений за 1,5 минуты, не выходя за пределы площадки. Она бывает двух размеров – 7 на 7 или 10 на 10 метров. Большое внимание при оценке выступления уделяется хореографии. В программах смешанных пар, троек и групп еще и взаимодействию между партнерами. Также оценивается сложность элементов, артистизм спортсмена и его выносливость и гибкость. Соревнования проводятся по нескольким номинациям – индивидуальные, смешанные пары, трио и группы. В каждых участвовали спортсмены из Новороссийска и 10-й спортшколы Сочи. Всего более 80 участников. С каждыми соревнованиями количество участников от города Сочи растет. Волнение, конечно же, присутствует, но боевой дух воспитанников нашей школы на высоте. Многие из них победители и призеры краевых и окружных соревнований. В этом году мы надеемся одержать победы не только в отдельных номинациях, но и в командном зачете. Анетта Григорьева занимается спортивной аэробикой 6-й год. Уже не раз принимала участие в краевых соревнованиях и турнирах Южного федерального округа. На этот раз заняла 1-е место в индивидуальной программе в своей возрастной категории 12-14 лет и в номинации «Трио». Теперь спортсменка будет готовиться к очередному первенству Краснодарского края. Турнир пройдет в декабре в Новороссийске. Тренера мои – Анаида Владимировна и Анастасия Борисовна. Благодаря ним я научилась новым элементам, стала победительницей. Побеждать всегда здорово. Надеюсь, и в этом году одержать победу. Наряду с Анеттой золотые медали получили и другие сочинские спортсмены. На высшую ступень пьедестала они поднимались в номинациях «Смешанные пары», «Группы» и «Индивидуальные выступления» во всех возрастных категориях. Хорошие результаты показали воспитанники новороссийских школ спортивной аэробики. Но главную награду – кубок краевого турнира по количеству медалей – заслуженно завоевала 10-я спортшкола Сочи. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.